Народний депутат України, кандидат у мери Одеси Микола Скорик подякував одеситам за підтримку в другому турі виборів. За попередніми підрахунками, Скорик здобув 70 тисяч голосів і посів друге місце перегонів. Представник опозиційної платформи «За життя» не поспішає вітати свого опонента Геннадія Труханова. Штаб Миколи Скорика фіксував безліч порушень, серед яких заміна голови ТВК в день виборів та перекладання бюлетенів за кандидата від опозиції в стопку зіпсованих бюлетенів. Мы постараемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы виновные в беззаконных действиях понесли наказание. Мы понимаем прекрасно, насколько были велики нарушения на участках в силу заблокированности городской избирательной комиссии. Мы не смогли обеспечить на всех участках четкую возможность противостоять этому беспределу. И количество псевдопорченных бюллетеней, оно говорит само за себя. Это, скажем, многие из этих бюллетеней, это те бюллетени, которые были отданы за мою кандидатуру. Після остаточного підрахунку юристи команди Скорика готують позови до суду, а сам нардеп не проти поставити кілька питань президенту України. Мені хочеться спросити гаранта. Российская Федерация официально подтвердила, что Труханов является российским гражданином. Действия президента в этой связи должны были бы быть. Это лишение Труханова, соответственно, украинского гражданства. Как это в свое время по беспределу сделал Порошенко в отношении Саакашвили. И сделал незаконно. А Зеленский имел возможность сделать это законно, но не сделал. А наоборот, вся администрация президента Зеленского активно работала на победу Геннадия Труханова.